четверг в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой дождь, 8-10 с плюсом днем, ночью 4-6 выше 0, ветер северный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде небольшого дождя, днем плюс 9 градусов, ночью плюс 6, северо-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 9, ночью 6 выше 0, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, плюс 9, в дневное время ночью плюс 5, северный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%, внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.